Всем доброго утра, друзья. Подготовка продолжается. Остались какие-то считанные дни. У меня первая тренировка – это кардио. Час кардио. И на первую половину дня я свободен. А вам желаю продуктивного и хорошего дня, друзья мои. Друзья, эллипсиоид и подходит к концу. За 50 минут 772 калории, идем до 800. Ну все, работаем. Кажется, после хорошей каждой тренировки нам необходимо растянуться, растягиваем заднюю половину бедра, пытаемся сесть на шпагат. После каждой минуты мы делаем пресс, сейчас мы делаем подъем на низ пресса лично на беге. Тренировка, друзья мои, прошла просто бомбически, тяжеловато даже, сказал бы. И во время кардио у меня было достаточно времени подумать, я что-то задумался над тем, что ведь на Думе 2 реально самая тяжелая подготовка может проходить. С учетом нашего режима, с учетом нон-стопа наших съемок, так скажем, мы умудряемся делать 2 тренировки в день, с учетом того, что в сутки у нас всего лишь около 6 часов сна. Представляете? Это ж просто пиздец.